Хотела всем напомнить, что на моем канале продолжается розыгрыш денежных призов. И уже завтра, 28 марта, в 12 часов дня он закончится. И уже вечером я объявлю этого счастливчика. Но не поверите, как ни странно, я не вижу этой борьбы. Где ваша активность? Я почему-то думала, что действительно будет такая прям, ух, борьба. Как ни странно, все зависит только от вас. В одну секунду, минуту все может измениться. Не поверите, как ни странно, я сама больше переживаю. Поэтому участвуйте, и, возможно, удача улыбнется именно тебе. Все зависит только от вас. От тебя лично я желаю всем только удачи. Ну а сегодня прекрасно, суббота, выходные дни. Я хочу всем пожелать, чтобы вы их провели замечательно, хорошо, в кругу друзей, близких, вас, родных. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Поэтому берем чай, кофе, лимонад, усаживайтесь поудобнее и поехали. Приходит мужик в публичный дом, подходит на ресепшн и говорит: девушка, дайте мне такую прям, ух, пышногрудую блондинку. Самое главное, чтобы молчала. Она: хорошо, проходите, пожалуйста, в 16-й номер. Мужик заходит, смотрит, там такая, ух, пышногруденькая блондинка. Мужик: ах, самое главное, молчит. А приходовал ее, значит, смотрит, а у нее сопли, думает: блин, ё-моё, да, бог с ней. Напоследок еще раз ее, значит, ух, оприходовал, смотрит, опять сопли текут. Идет мужик на ресепшн, расплачивается. Девушка: ну, как провели время? Мужик: да все прекрасно, да вот только что-то ваша клиентка приболела, сопли у нее. Она: вы уж извините за такие неудобства, приходите к нам еще. Только клиент уходит, захлопывается дверь. Она берет трубку и звонит: бездельники, срочно в 16-й номер меняйте манекен, он уже переполнен.